Я нахожусь на Гуаме, в районе Тумон. Вот. Хочу вам рассказать сегодня немножко о работе, о ситуации с работой. Многие пугаются, думают, что, приехав сюда, они не смогут никак заработать себе на питание, на жилье. Вот. Скажу вам, это не так. Работы здесь полно. Вот. Заниматься есть чем. Вот. При желании, если есть руки и ноги, найти себя здесь можно абсолютно в любой сфере, как в легальном, так и в нелегальном статусе. Например, позади меня мы видим строящийся гостиничный комплекс, объекты. Там требуются рабочие постоянно, то есть и таких объектов по Гуаму строится огромное количество, и также их будет еще строиться в будущем. То есть много проектов, и этот гостиничный бизнес, он только планирует еще больше развиваться. На этом объекте вы сможете зарабатывать примерно 10-15 долларов в час. То есть за день, ну, выходит достаточно неплохо, если учесть, что здесь также 8-часовой рабочий день. И плюс идет сверхурочка. То есть за каждый дополнительный час вы получаете двойную ставку. То есть, в принципе, уже работая на стройке, можно достаточно неплохо зарабатывать, чтобы обеспечить себя здесь жильем и питанием. А для девушек также может подойти работа, так же, как и в сфере гостиничного бизнеса, например, горничная, либо администратор на ресепшене. Вот, также и работа с детьми. Это няня, сиделка, гувернантка. Вот, то есть здесь очень много русских, русские приезжают. Есть как бы русские разных слоев, есть достаточно обеспеченные, которые нуждаются именно в русскоговорящих учителях, помощниках, нянях и так далее. Вот, поэтому здесь есть где реализоваться. Вот, также для себя подобрал массу новых идей, что бы я здесь сделал. Здесь просто непаханный край, и любая идея для бизнеса здесь может воплотиться в реальность. То есть здесь еще прям вот новая земля, и толком ничего не развито. То есть здесь можно пробовать себя абсолютно в любой сфере бизнеса. Поэтому приезжайте, дерзайте, и у вас все получится. Пока!